Давай поздороваемся, скажем всем привет, друзья мои, всем приветики, да? Мы скажи, сегодня в доме 2, пришли к папке в гости, Да? Матвейка мультики смотрит. Ой, мы собрались попить чаек, почаевничать, да? Покушать. Да. Свет играет, девочки, потому что на окно направлена камера. Сейчас вот так вот, не буду шевелиться, Саша. Да кто такие, поставь. Да подожди, ты что, прям со сковородки буду есть? Как хочешь. Я говорю, прям со сковородки буду есть, что ли? Ну, ничего. Муж мне яйцо пожарил. Мы уже управились, привязали наших козочек. Сейчас, девочки, позавтракаем, и у нас будет показ любимого Василька, девчонки. Так, ладно, отключусь, потом настрою, чтобы получше было, потому что темно. Сейчас позавтракаем и обновки посмотрим. Так, девочки, обзор Василька. Обновки для малышей. Она пальцы насасывает, Ликача. Угу. Так кто у нас пальцы сосет? Басик от любимого Василька. Девочки, там игрушки есть на Васильке. Такие вот замечательные. Так, ну что у нас по заказу? Вещи. Так, кофточка для Евочки. На вырост. Девчонки, цена мне понравилась. Так, от года до двух. Такая вот кофточка. Лайк. С кошечкой. Тут резиночки. Здесь резиночка. Такая вот красивенькая кофточка. 300 с чем-то рублей, девчонки. Цены я в конце видео, в конце обзорчика покажу. Так, костюмчик, девчонки. Вот такой вот костюмчик для Евочки. Шортики. Такие вот миленькие. Мне кажется, сейчас вот уже лето. Лето будет. Ну, 86 сантиметров на один год. Но нам уже будет нормально. Так. Костюм для девочки. Кошечка в очках. Такой вот костюмчик. В общем. Так, Матвейке заказала тоже на вырост. Немножко вот на 4 года. Девочки всегда заказывала рост 104. И на 4 года получается. Но в этот раз футболочка какая-то большенькая прям. Я бы сказала. Качество, девочки, хорошее. Качество строчки видно. Замечательно. Такая вот красивая футболочка. Легонькая на лето. Пижамка, девчонки. Заказала теплую пижамку. Пижамка мне тоже понравилась. Цена такая, хорошая была цена. Брючки. И такая вот кофточка с рукавами. Так, возраст. Возраст не знаю, девчонки, но ростовка 110. Вот так. Так что взяла тоже на вырост. Дети растут очень быстро. Так что не заметим. Не успеем оглянуться, девочки, как уже эти вещи мы будем носить. Потому что сегодня с утра перебрала вещи у Евочки. И целый пакет снова убрала, в общем, вещей. Так что вещички очень даже нужны. Так, что еще заказала, девочки? Шторы заказала. Шторы замечательные. Шторы, комплект из рогожки с лавандой. У меня есть такая скатерка. Девочки, на Васильке можно подобрать. Шторы, скатерть, дорожки есть такие на стол красивые. В общем, и получатся неплохие комплекты. Шторы разные, девчонки. Так что заходите, смотрите. Может, кому-то что-то понадобится. Так, полотенышки, девочки. Полотенышки махровые, разных размеров, девчонки. И полотенышки вафельные, с разными рисуночками. Вот такие вот красивые, деревенские полотенца мне понравились. Жалко их, это, руки-то вытирать на стеночку бы. Раньше, в старые времена, на стенку такую бы красоту повесили. Да ну не... Где ты чё? Раньше с газет, с журналов вон обклеивали всякие эти рисунки, эти картинки. Да. Ты, тем более, ты посмотри, как красиво. Как коверочек. Сказану. Ну-ка, чё? Так, ну красивый, да, рисунок такой. Рисунки разные. Можно, кстати, девочки, шторы, скатерть и полотенца подобрать прям под один рисунок. Такой комплект будет. Кому нравится. Мне понравились, девчонки, очень красиво. Деревенька. Обожаю. Так, ссылочки, девчонки, на любимый Василек будут внизу в описании. Заходите. Забыла, девочки, еще сказать. Заказывала еще вот такие вот два покрывала.
как пледики, такие мягкие, плюш-велюр. Размеры девочки разные. А я заказала их на кресло. Но я так понимаю, что два мне мало. Очень даже замечательно. Можно просто постелить так, можно на кресло, можно ребенка укрыть, да, хоть куда. В общем, такой, девчонки, у нас небольшой обзорчик. Ну что? У нас вчера был первый выгул. Мы вчера наших козочек пасли в нашей роще. Девчонки, всем доброе утро. Чудесная, замечательная утрица. Наша роща тополиная. У нас сегодня первый выпас в роще. Матвеечка, не убегай никуда. Смотри, финик-то как тянется за листиками. Травка здесь получше. Мы возле дома все привязывали. А вчера здесь ходили, гуляли, прогуливались. Да, Матвейка на тренажерах занимался. Тренируется спортсмен, да? Ты спортсмен? Ну что, испытал тренажеры-то? Где еще не был? Ну давай, вставай, держись только крепко. Ну, ты уже каждый тренажер испытал. Вот так. Прогулка вечерняя у нас. Где-то кукушка кукует. Матвейка, слышишь, кукушка кукует? Ку-ку. Лягушки квакают. Вдалеке. Не поди, сына, не поди. Ой, не поди, сынок. Нет, ты тут упадешь. Дети футбол бегают, играют. Целое поле футбольное. Евонька смотрит. Евонька смотрит, да? Глазки соловелые. Ты спать хочешь, что ли? Ну, хорошо спали. Сегодня дождик такой был у нас хороший. Замечательный дождик. Да, Матвейка? Прогуливаемся по нашей роще. Красота. Вот так. Молодец. Потихонечку, не торопись. Тебе нравится, да? Нравится. Нравится. Ну вот, потренировался немножко, ага. Ну давай, тихонечко только. Потихоньку, сынок. Все равно пытается. Вот так. Тихонько, тихонько. Ну, здесь у тебя не получится на этом валике. А здесь можно попробовать. Тихонько, сына, не падай. Держись крепко. Держись крепко. Я вокруг посмотрела. В округе, девчонки, огляделась. Я говорю, такая трава здесь сочная, хорошая. Я говорю, надо срочно наших козочек сюда. Ой. Тут по времени, конечно, позатратнее. Там дома раз-раз привязал быстренько, потому что Евочка спит. А здесь подальше чуть-чуть. Ну ничего, мы прекрасно дошли. Замечательно. Да, Матвейка, поздоровайся, Матвейка. Скажи всем привет. Птички чирикают. Птички поют, да? Пойдем кашу варить. Кашку будем варить сейчас. Ну как нет? Конфетку соседка угостила с утра, да. Я говорю, ну ладно, съедай, но кашу тоже надо кушать. Так что пасутся наши. Красавка с Мартой, с Фиником. Так бы стоял и любовался, наблюдал за ними, как они травку кушают. Матвейка, смотри, как они травку кушают. Как они наедятся сегодня здесь. Ну, они там тоже наедались, конечно. Ну, тут целая поляна. Ну что, Финик?
Финик прям смотрит прям на нас тут. Камеру травку жует. У них, конечно, сено. Сено было. Там травы мушим нарывали, видать, с парнями. Не знаю, кто. Да, Даня, вернее всего, Виталий. Это, конечно, он. Ой, у нас девочки Виталий осталось. У нас Виталий весь, наверное, на нервах. Вроде виду не показывает, но экзамены. Экзамены на носу. И, конечно же, я переживаю тоже. И он переживает. Ну-ка, веточка вон там зацепилась. Стой, стой, дорогая. Так что дай бог, чтобы все это скорее закончилось. И все будет хорошо. Так, ну что? Так можно стоять, стоять и стоять, да? Но мы пойдем. Мы пойдем готовить. Завтрак. Пойдем, Матвейка, завтрак готовить. А потом сюда с Евочкой придем. Будем здесь гулять. Водички им принесем. Да. Пойдем скорей. Папка сегодня коров хочет сюда тоже привязать. На травку. Да? Коровку. Замечательное утро. Ля-ля-ля-ля. Она мультики смотрит. Я звук убавила. Да? Так, ну что, поубирать надо. Убирать вещи. Девочки, я на этом с вами попрощаюсь. Два дня девчонки снимала это видео. У меня вчера был насыщенный день. Много было работы. В общем, девочки, я вам цены не показала. Цены не показала. Не показала. Не показала. Показать, что ли? Так, джемпер для девочки, лайк, 330 рублей. Покрывало плюс велюр, девочки, 647 рублей. Футболка для мальчика, 4 года, я вам так назову цены. Так, 385 рублей. Полотенце махровое, Туркменистан, 259 рублей, девчонки. Набор вафельных полотенец, 271 рубль. Три полотенышка с петелькой. Замечательные, девочки, полотенышки. Полотенышки всегда нужны. Так, костюм для девочки, кошечка, 476 рублей. Пижама для мальчика, 823 рубля. Так, и комплект штор лаванда, 1656 рублей, девочки. Шторочки, я уже шторочки заказывала с лимонами, они у нас висят в доме один на кухне. Здесь у нас тоже полный комплект. Шторы на кухне, скатерть, полотенце. И очень даже замечательно. Ну, лаванда мне вообще... скатерку я заказывала давно. Скатерть такая хорошая. Она с такими рюшами. Красивая. Можно заказать, девочки. С рюшами, без рюш. В общем, что угодно. Заходите по ссылочке и радуйте себя. Так что... А мы сейчас все это поубираем. Муж собирается корову сегодня на выпас отправлять. Первый раз. Посмотрим, как она будет себя вести. Я вчера сажала цветочки вечером. В общем, снимала видео, распаковка видео. С распаковкой видео и со светофоров. Светофор ездили, там немножко тоже кое-что покупали. Кто смотрел на Дзене, спасибо вам огромное. Девочки, подписывайтесь, заходите на Дзен. Вот, потом еще на Телеграм заходите, подписывайтесь. На социальной сети любимого Василька, девчонки, тоже на любой из социальной сети можно сделать заказ, девочки. Кто-то писал, что дороговата доставка, можно, девчонки, кооперироваться, кооператив устраивать. Ну, несколько человек, допустим, сделали заказик, и доставка вам обойдется, конечно, дешевле. Вещи хорошие, качественные, так что заказывайте, девочки, не пожалеете. Так, ну что... Все, девчонки, я на этом с вами прощаюсь. Всем вам всего доброго и до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Придет лето, будем носить. О, красивые костюмчики разные. На малыше вообще красота такая. Так что такие шортики малюсенькие, прям шортики миленькие. Ну, придет тепло. У нас сегодня погода нелетная. Дождик ночью был. Ну, сейчас с утра свежо и хорошо.
Так, такая тепленькая кофточка, приятненькая, девочки. Так, ну все. Пока-пока, девчонки.